Всем привет, дорогие друзья, вы на канале James Games, и это игра Just End. Вот, игра инди, достаточно красивая, в которой мы будем куда-то забираться, на какие-то скалы, в общем-то. Не экшен, ну такой расслабляющий геймплей, ну давайте посмотрим на нее. Новая игра. Жизон, французский морской термин, обозначающий уход воды во время отлива. Жизон. Жизон дюзенте. Так, что-то. Что-то, какие-то волны там у нас. Ну, в общем-то, геймплей достаточно вроде бы незамысловатый, но игра все-таки имеет положительные отзывы более-менее. Так, что это у нас? Так, вообще рекомендуют играть в нее на геймпаде. Поэтому мы сейчас попробуем. У нас есть геймпад. Мы сейчас попробуем. Так, что это мы? Где-то на каком-то песчаном высохшем. Не озеро или океана. И тут появляется наш главный герой. Куда-то идет. Какие у него очки интересные. Короче, все высохло. Все высохло. Было море, теперь песок. Не, ну катсцена красивая, да. Ну, если геймплей такой же будет, будет прикольно. Настройки графики поставил я высокие, вот. Ну, я так понял, надо будет залезть вот, наверное, вот на эту башню, на эту скалу какую-то. Just Sand. Так, хорошо. Поехали. Крабик. Крабики. Красиво. У него питомец какой-то, что ли, в котомке. Итак, так, дневной ориентир, глава первая. Красиво, ну, красивенько, да. Красивенько. Типа мы уже начали залазить, да? О, да он уже высоко залез. Ну, погнали. Погнали. Тут ничего нету интересного. Вроде бы ничего. Так, значит, что тут? Карабкаться вверх на А. Так, а здесь что? ЛТ или РТ? Что ЛТ? Ага, подожди. А, ну лучше на эту кнопку, да. Так, поищите опору. Удерживайте, чтобы схватиться. Подожди, ты что делаешь? Я ж хотел... Что удерживать, чтобы схватиться? Ну, жди ЛТ. Так, Б отсоединить, да, надо? Так, отсоединили, давай заново попробуем. А, ну вот, присоединился. Так, поищите опору. Удерживайте ЛТ.
Не, подожди, я не понял. Так, удерживайте ЛТ. А, нет. Ну подожди, я ж самое, вот вверх. А, на второй этот самый. Отпустите правую руку. А, вот как. Тут, короче, это самое. Левая, правая рука у нас. Зацепки ищем. Какой-то симулятор скалолаза, да, у нас. Удержите, чтобы ухватиться. Так, отпускаем руку. Перехватываемся. Перехватываемся. Ну, в принципе, как скалолазание получается. Так, дальше что? Давай за эту зацепку. Пускаем правую руку. Правой рукой сюда перехватываемся. Все, карабкайтесь вверх. Так, принцип понятен. Короче говоря, это у нас левый-правый shift, нижний. Это у нас левая-правая рука, да? Так, это значок основного. Чего-чего-чего-чего? Оно еще раз. Так, а страховка? Давай-ка перестрахуемся. Как там? Опа, давай сюда-ка перестрахуемся-то. Все. Так, левая рука. Отпускаем. Правая рука. Так, левую отпускаем. Ну, понятно. Залезли. Так, отцепляем веревку. Вот интересно, если он сорвется, это ж он все равно бабахнется-то. Да, высота. Непонятно, куда мы лезем, зачем мы лезем, но мы лезем куда-то. Эти карабины автоматически закрепляются, когда вы лезете по скале, и показывают верный путь. Карабины автоматически закрепляются. Так, ну хорошо. Ищите опору. Не понял. Есть. Есть. То есть то, что в некоторых играх можно делать на автомате, мы здесь делаем это, как говорится, вручную. Так, давай. Есть. Так, отстегиваемся. Так, здесь чего? Ну, то же самое. Все, в принципе. Так, давай. Левая рука. Правая рука. Левая рука. Правая. Так. А теперь куда? Чего, чего, куда теперь? Схватился, отпустил. А, по доскам ползем. Понятно. Так, давай влево сюда будем переходить. Так, схватился. Так, правую руку отпускаем. Перехватываемся. Вылезти. Нормально. Пока вроде получается. Получается вроде. Так, ну, в общем-то, что дальше? Мы все время так будем лазить. Эти три маленьких значка — дополнительные крюки. Когда значки заполнены, крюки можно использовать. Если значок пустой, значит, крюки уже прикреплены к стене. Если значок пустой, значит, крюки уже прикреплены к стене. Ладно, сейчас это все, как говорится, на практике опробуем. Пока чуть-чуть непонятно. Пока немножко непонятно. Так, перехватываемся. Перехватились. Маятник получается у него, если он сорвется. Так, схватился. Так, удерживайте X, чтобы разместить крюк. А, во, не, ну это прям реально симулятор скалолаза. Реально, как с нижней страховкой мы лезем. Маршрут себе прокладываем. Так, а что там написано? Удержите, чтобы зарядить прыжок. Прицельтесь, чтобы ухватиться. Вау. Пустите, чтобы прыгнуть. Есть. Ух ты ж, прям динамические рывки. Так, а тут что, сила у нас заканчивается, да? Что? Не помню. Типа,
Типа сила или что это? Стамина. Так. Так, на шкале справа отображается ваша бодрость, следите за уровнем и вовремя пополняйте, чтобы не упасть. Не, ну это понятно. Так, перехватился. И что дальше? Так, не, подожди, куда-то надо? Вниз, что ли? Или прыгать опять? Тормози-ка. Куда нам можно перепрыгнуть? Ну, влево нам, давай влево. Не? Ну, вниз чуть-чуть сползи-то. Дебил. Тихо. Так, бы вверх, вниз. Подтянуть себя можно как-нибудь? И чё это? Подожди. Не, ну прям реально симулятор скалолазания. И чё, как нам вылезти-то теперь? Схватиться не за что. Он подтянуть себя не может на этой веревке. Вверх, вниз. Раскачиваемся, да? Типа я еще куда-то прыгнул, да? А, да, я сползаю, типа. О, блин, как тут непросто-то, а? Так, давай не будем сползать. Надо подтягиваться, наоборот, как-то. Подожди, L вниз. А, да можно, я, блин, не эти кнопки жму-то. Все, мы себя подтягиваем. Там у него это самое штукенция. Б не надо. Не-не-не, Б нам не надо. Нафига нам Б? Нам надо схватиться, нам надо прыжок. Не-не-не, не такой только. Подожди. Нам надо схватиться за что-нибудь. Давай за что? Вот, мы схватились, все. Перехватываемся. Так. Теперь вот тут где-то мы динамический прыжок делали. Так. Есть, перехватился. Есть. Реально скалолазание. Так, перехватываемся. Ну, здесь просто все. Ой, у нас стамина заканчивается. Силы нас покидают. Надо бы отдохнуть, конечно. Давай быстрее. Вон вижу точку опоры. Так, что туда прыжок надо сделать? Так, удержите X, чтобы разместить крюк. Нет, не то, ты не то жмешь. Так, повиси. Ты висишь, отдыхаешь или что? Или нифига ты не отдыхаешь? Подожди, ну мы разместили крюк, да, типа? Так, полезли, ну вот. Ну тут спокойно можно лезть. А крюк я разместил, получается, что ли, или... Есть. А, вот на X. Так, ну на крюке можно повисеть, отдохнуть, по идее. Да? По идее, вот мы висим, у нас стамина должна восполняться. Но она не восполняется. А как отдохнуть вообще-то? Алло. Я все понимаю, конечно. Это все прикольно. А, вот, отдыхает, да. Восстанавливается. Ну, то есть не сразу. Не сразу силы к нам приходят. Так, на X крюк, значит, устанавливать, да? Ну что, погнали дальше. До конца он вроде не отдыхает. Так, давай, динамический рывок. И ползем. Левая рука, правая рука. Прыжок, правая рука, левая, правая, левая. Отдохните, ЛС, как это? А это вот так мы отдыхаем просто.
Ладно, я не понял, ну разберемся. Раз, два, давай, как Деносман. Раз, два, три, четыре, и мы наверху. Есть, отцепляемся. Когда стоите на земле, сматывайте веревку. Да, по-моему, было написано. А это что? А вниз уже все, не варик, да? Вниз нам, нам только вверх. Так, а что здесь есть вообще? Мы ж не будем все время только ползти. Здесь что-то поисследовать, наверное, можно. Что тут вообще? Что тут вообще такое? Что это такое? О, какие-то механизмы тут, сети какие-то. Вот кто это все сюда накидал? Вообще. Темнота. Как бы ничего такого. О, а здесь можно подняться. Кстати, да. Во. Во, что тут? Ничего интересного. Здесь можно чуть-чуть схалтурить, так сказать, на лестнице подняться. А, ну дальше все. Дальше скалолазание начинается. Интересно, а крюки у него... Так, количество крюков у него ограничено. А вот шлямбур вбит какой-то, крюк вбитый. Так, динамический рывок. Есть. Залазим. Отстегиваемся. Так, вот что-то уже записка какая-то. Ну, давай почитаем. Еще один сон переворачивала камни в старой дельте. Добыча. Две страховочных станции на запчасти. Отличный улов. Этого должно хватить, чтобы снова открыть маршрут на старый мыс. В остальном плывем без происшествий. Нашла парочку старых фонарей. Попробую их оживить. И люди все это просто выбрасывали. О, наконец-то поймала старую швейную машинку для Энио. Он уже пару циклов о ней просит. Состояние у нее не ахти, но что-нибудь придумаем. Правда, еще надо как-то дотащить ее в низководье. Напоминание себе. Больше не иметь дел с Рэмом. Он просто продает мои находки по частям в высотных полях. Называет себя ремонтником, на самом деле продавец морской пены. Ну, в общем-то, понятно, что кто-то тут до нас скалолазанием уже занимался. Так, 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 так. Чё тут? А тут чё? Полезли. Удерживайте. Чего-то мне вот не дали прочитать. Давай еще раз. Удержите X, чтобы разместить ваш главный карабин на стене. Ну, удерживайте X. Ну, давай, я хочу главный карабин. Сейчас дальше куда? Вот туда налево. Наверх, что там? Не, наверх не вариант. Наверх вообще не вариант. А может тут удержите X? Нет. Налево динамический рывок. А ну. Прыжок. Не. Не, это все не то, конечно. Это все не то. Слушай, ну. Так нам туда надо. Мы могли бы вообще снизу, наверное, залезть. Прыжок. Не-не-не-не-не-не-не. Поехали ниже, давай. Сейчас мы раскачаемся и тут... О, как он хорошо раскачивается. Давай-давай-давай-давай. Раз. Надо еще чуть опуститься ниже. Вот так. Погнали. Сейчас мы маятником туда перетываемся. Вот. Да и, блин, не ту кнопку нажал. Ладно. Давай еще раз, еще раз, еще раз. Оп, есть. Так, полезли. Раз, два, раз. Вылазим. Отстегиваемся. Так, так, так. Не, ну довольно-таки оригинальная игра, я бы сказал. Вот, как бы такое. Симулятор скалолаза, но в таком фантастическом сеттинге в каком-то. Он типа ракушку слушает, ракушку, в ней какие-то звуки. Когда-то тут кто-то жил. Mm-hmm.
стенах что-то рисунки долбили. Интересно, ночь будет вообще? Смена дня и ночи. Ну, короче, я понял. Кто-то тут что-то делал. Долбил. А, что, по кругу, что ли, повторяется? Или что? Ладно, выйти. Призраки прошлого. Так. Погнали дальше. Раз, два, раз, два. Раз, два. Вот все равно иногда непривычно. Забываешь. Настолько мы привыкли в играх просто лезть вверх и все. Вот, без этого перехват. Так, это что, тоже информация какая-то. Еки, как там дела на мельнице? В ресторане в последнее время совсем мало посетителей. Почти никто не пришел на музыкальный вечер. Хотя люди спускаются отовсюду. Я знаю, что мы больше не играем на раковинах. Но все-таки. Я тут подумал, что если сделать сбоку леса на перевернутом утесе, то люди будут чаще к нам заглядывать. Я соскучился по полной террасе гостей. Можешь этим заняться? Я поспрашивал в низководье, и все согласны. Привет, Мо. С музыкальным вечером, конечно, обидно, но бывает, чего уж, опять разбирать лодки на лестнице. Надеюсь, однажды ты напишешь мне по другому поводу. Например, как насчет романтического ужина. Ладно, с лесами я разберусь, раз твоя деревня их одобрила. У меня не так много лишнего дерева после строительства той новой тропы на равнину, но пара старых кораблей найдется. Займусь этим, когда течение позволит. За мной должок, спасибо. Ты лучше всех. Кстати, ты не встречал старую Соню? Мне кажется, она там где-то у вас сейчас старье разгребает. Если вдруг ее увидишь, можешь передать ей, что я ищу новую кухонную плиту. В моей пробоиной и заплываю в ресторан. Уж не знаю, романтический или нет, но ужин я тебе могу организовать. Короче, у них тут на скалах целая жизнь. Прям тут, на этой скале у них... Целая жизнь тут какая-то была. Интересно, чем они питались? Вот тут же, не знаю, растения какие-то, может, разводили, выращивали что-то. Просто, ну, как-то. А, вот тут пилорама, вот. Пилили доски, видимо. Опять-таки, о еду, о воду. И т.д. и т.п. Лекарственные растения. И вот где они добывали все это. Ладно. Так, а что тут? Тут мы это... Просто спускаемся и все. Ну давай, я хочу пристегнуться. А как? Ну, давай. Не-не-не, подожди. Так, самоубийством не надо заниматься. Как? Ну я пристегиваться хочу. Давай. Крюк. А, на X крюк. Вот, это крюк сюда, да. Юху! Так, куда нам надо-то? Веревку можно крепить почти на любой поверхности, для этого зажмите X. Можно закрепить на почти любой поверхности. Так, куда нам дальше-то? Так, вижу, вот там что-то есть. Вот там крюк какой-то, да? Ну, давай попробуем на любой поверхности. Фиг с ним. Давай чуть опустимся. Сейчас попробуем. Крюк. А, вот. Как так. Динамический рывок. Не. Так. Вверх. Блин, опять что ли маятник использовать? Ну-ка попробуем. Так. Насколько сильный можно тут маятник замутить? Так. Крюк. Ва, вот теперь здесь можно это самое. Все, здесь скалолазание пошло. Раз, два. А вот тут, кстати, крюки уже есть. Интересно, вот я могу их использовать? Как бы. Ладно. Мы как профи без страховки долезем уже. Это что такое было?
чё? Алло, это чё такое? Чё-то пузыри какие-то вылетают. Чё за пузыри? Чё за пузыри? Фиг знает, что-то происходит. Так, тут чего? Сюда нам? Ну, не похоже, что сюда вообще. Либо-либо вот сюда надо. А там была какая-то лестница, я не знаю. Вот. Спуститься, посмотреть. Что за лестница? Не? Ладно, нам вверх надо как бы, да? Давай уже не будем вниз. Мы все время вверх. Так, крюк. Полезли. Раз... Два, раз, два. Нафига еще один крюк-то размещать? Давай динамический рывок. И хватаемся. Нафига нам лишние крюки? Так, рука, перехват. 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 Вылазим. Все. Так, а там что такое? Что, светлячки какие-то здесь? Это у них фонарики тут. Какие-то фонарики. Так, здесь дальше. О, отрицаловка. Во, вот это прикольно. Отрицательная стена. Так, как там? Поехали. Давай, раз, два, три. Во, вот это уже прям настоящее скалолазание. А ногами-то что ты себе не помогаешь-то? Ты чё что руками-то все делаешь? Надо же себе ногами помогать, Вася. Давай тут крюк поставим на всякий случай. Чё там? Еще один прыжок был, да? А перехватиться нельзя? Сюда еще куда-нибудь. Так, что там, прицельтесь. Выполните двойной прыжок. Воу, двойной прыжок можно делать. Занято. Так, а, туда на веревку кинуть нам что? А ну, X. Вот как он еще умеет, да? Ну, поехали. Юху! Полетели, полетели. Полетели, прилетели. Куда дальше-то? Это все прикольно. А, мы себя подтянуть-то можем, да. Ну что, можем себя. А теперь мы... Теперь мы вот так можем. Раз, и все. А мы все время на страховке даже висим. Даже если мы прыгаем, все равно висит на страховке. Замечательно. Полезли дальше. Что-то у них ванна там, они купались тут. Так, крючок. Полезли. Что ж за скала такая громадная? Так, а тут что делать? Тут, кажется, решайте сами, что делать, да? Динамический рывок поможет? Нет. Нет. Так, крюк. Отдыхаем. Так, сейчас подумаем. Подумаем о том, нам надо добраться вот туда. А вот за эти что, ты не можешь схватиться? А, ну можешь, да, нормально. А то я думал, все, уже Калич не может. А тут есть. Вот, вот, вот туда и тянись. Нет, не туда. Не, ну ты молодец, конечно. Все, отдыхаем. Отдыхаем, отдыхаем. Сейчас сил наберемся немножко. А, вот мы принудительно можно отдыхать. Все, я понял. Зажимаем левый стик. И отдыхаем. Так, хватаемся. Раз. И раз. Сюда схватились. Давай. И раз. Есть. Так, отдохните. Не-не-не, давай попозже отдохнем. Сейчас залезем куда-нибудь тут повыше. Крюк. Крюк, отдыхаем, все. Я не знаю, без крюка... без крюка можно отдыхать или нет? Уж отчет стамина у него
А, ну, то есть надо встать вообще на ноги, чтобы конкретно отдохнуть, а это типа так, общая усталость накапливается у него, да, я так понял. Слушай, у меня крюков, у меня один крюк остался, да? А нам надо вот куда-то туда. Полезли. Тихо, тихо, не надо так дичь творить. Давай лезем спокойно. Используйте ЛС, когда карабкаетесь, чтобы восполнить бодрость. А, то есть я вот так держусь, да? Нажимаю. Передохнул. Дальше пошел. Ой, общая-то стамина заканчивается. Так, давай туда куда-нибудь. Так, бодрость. Давай, давай, давай. Отдыхаем немножко. Динамический рывок. Короче, все. Вылезли. По идее, стамина теперь должна полностью восстановиться. Так. Так ведь, вроде как. Так, что это такое? О, а тут это... Пропасть. Пропасть, пропасть. Вот там можно лазить, по-моему. А, вот лестница. Ну, к высоко мы уже залезли там. Что там? Где там? Это что, облака там или... Нет, или это скалы пока что. До облаков мы не добрались еще. Он уже высоко, высоко, высоко залез. Давай, поехали сюда. О, ну можно быстро лезть. Раз, два, раз, два. Так, есть. О, маяк какой-то. Вау. Вау-вау. Просторы, да? Сейчас залезем на этот маяк, посмотрим, что там. Какие-то... Грызуны тут лазят. Или кто это вообще? Что за гремлины? А, ну вот лестница. Можно по лестнице спокойно пройти. Так. Там конца и края не видно еще этой скале. Явно тут что-то нас ждет в конце. Что-то... А, вот типа мост. Угу. Ничего нету. Тут еще куда-то проход заваленный. Так, здесь журнал наблюдений. 12 октав после Жюзона. В путь, наконец-то. Я так счастлива, что не могла уснуть. Я увидела заметку в старом офисе капитана порта. Это было похоже на стихи. Экспедиция в облака. На поиски надежды и воды. Чтобы отправиться с нами, присоединяйтесь к нам в 12 октав на ферме Бекки и Орло в высотных полях. Я так долго безуспешно пыталась найти смысл жизни, что мне будет полезно посмотреть мир, как бы, как сказала бы Эмия. Надеюсь, мы заглянем к ней по пути. Одна эта мысль убеждает меня в том, что это правильное решение. Надеюсь, там будут и другие искатели приключений из низководья. Я не хочу идти до самой точки сбора экспедиции одна. Последний раз я уезжала из низководья на праздник урожая.
когда еще была мелкой рыбешкой. Так что для меня это не просто прогулка, они хотят отплыть в облака. О нет, а как же родители? Я совсем про них забыла. И как я им скажу про это? Привет, меня ждет приключение, еще увидимся, только если я вернусь живой. Конечно, милая, не забудь взять что-нибудь перекусить. Лучше вообще ничего не говорить и взять перекус. А что еще? Что вообще берут в такие путешествия? Одно я знаю точно. Ни одна экспедиция не обойдется без журнала наблюдений. И у меня есть план. Я сделаю так же, как первопроходцы соляной равнины, ушедшие на поиски источников. Буду оставлять записи из своего журнала по пути, чтобы их могли найти те, кто последует за нами. И начну с этого послания. Прощай, мой маяк, ты встретил меня чудесами. В твоей компании я много размышляла, даже слишком. Ты всегда меня поддерживал. Я ухожу, и теперь за тобой будут присматривать ткачки. А за моим посланием присмотрит один из моих малышей. Приключения ждет Бьянка. В общем, какая-то девица тут куда-то собиралась. Так, а вот тут нам нельзя дальше куда-нибудь пролезть, прыгнуть, перепрыгнуть, не? Все, это походу все. Ну что, спускаемся и едем дальше, как говорится. Так, тихо-тихо, главное не бабахнуться. Так, сюда же нам. Что-то я запутался немножко. Так, вот лестница. Вот так нельзя? А, не, нам не дают упасть просто так вот. Без причины. Вот так вот. Я хочу упасть. Не, упасть мы не можем. То есть, как бы здесь это... А, ну, давай попробуем. Я хочу упасть. Не. То есть, можно смело бегать. Вот без каких-то нажатий дополнительных он падать не будет. Ну ладненько, едем дальше. Едем дальше, посмотрим, чего там дальше у нас. Пузыри какие-то. Цветочки, цветочки. Вот и цветочки. Они тут цветочки кушали. Так, вот туда, наверное, надо, да? Сюда крюк нельзя бабахнуть. А, я понял. Сейчас мы делаем. Так, мы делаем. Вот так, не. Блин, а как туда-то залезть? Вот еще лестница. Вот там еще что-то. Вот сюда можно. Можно туда, наверное. Вот туда, наверное, можно. А можно и туда. Так, может тут изнутри как-то есть проход дальше. Не? Может, с этого камня надо прыгнуть? Вот так вот. Ну, давай еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, и ты залезешь. Давай. Раз, два. Нифига. Блин, он крюк, я вижу. Давай, крюк лепим. Не, нельзя крюк лепить. О, я хочу крюк тут залепить. Не, он не хочет. Вот он не хочет почему-то. Но это все вниз, вниз и вниз. Отсюда мы пришли. На эту лестницу как-то попасть бы нам. Но... Подожди, а веревка вот эта вот
Не, веревка это что? Она сюда просто ведет. Веревка это просто идет сюда. Здрасте, приехали, короче. Приехали. Так, давай, тебе надо вот сюда залезть. Я знаю, ты можешь. Давай. Как там сконцентрироваться? Мне не хочет вообще. Крюк. Да вот зараза-то. А здесь чего? Крюк не хочет тут сделать-то? Нельзя. Прыгнуть нельзя. Вот здесь вот куда-нибудь нельзя пролезть. Вот там, вот тут. А вот, что за проход-то, кстати? Вот туда нам, наверное, надо. Вот туда. Вот туда нам надо. Скорее всего. Это кто такие? Какие-то ящерицы. Лин сейчас на высотных полях. Хочет расширить место раскопок. Без начальника у нас штиль в работе, когда дело доходит до копания. Что не так уж и плохо. Мое дело таскать коробки, ящики и бочки. А двигатель этих... А двигать эти старые камни... У всех тут даже от легкой качки коленки трясутся. Да, неважно. Я только начал привыкать к работе с археологами. Только почувствовал, что опять приношу пользу, а работа уже заканчивается. Даже не знаю, как я снова заведу двигатель. Не понимаю, куда нам дальше двигаться. А у тебя как дела? Что там в низководье? Диди все еще отказывается ходить в школу? «Любовь моя, как я рада твоему письму. Мы скучаем по тебе, очень скучаем», — говорит Ди. «Я сама учу ее дома и совершенно не справляюсь. Ты помнишь, как называются все области башни? Я даже не помню, чтобы мы такое учили. Я дала Ди задание срисовать рисунок со старого алтаря, чтобы ее занять. В итоге пришлось пойти с ней. Я так давно не выходила за пределы деревни, даже забыла, как там темно. Но знаешь, Ди, она у нас храбрая. Ей нравится нырять в прошлое, прям как тебе». Кстати, твои археологи там еще не открыли. Не открыли, как работают приливы. Они уже, наверное, все раскопали. Понял шутку? Ты уже знаешь, когда ты сможешь снова забраться к нам наверх? А, это она ему сверху послание, что ли? Это еще не Зина, типа, получается, да? Они там где-то наверху живут. Так, тут не тупик ли у нас? Да, похоже, тут тупик. Да. Похоже, тут тупик и все, больше ничего нет. Вот такие вот дела. Здесь дальше идти некуда. Так, вот это что? Сюда нельзя? Куда-нибудь. Так, а вот это чё? Тут нельзя закарабкаться. Это ж такая игра, в которой можно везде карабкаться, по идее. Не, не везде. Так, здесь что? Мы можем... А, почитать еще что-то. И чё? Ты просто поставил камушек сюда? А, кто-то пирамиду строил из камней, ну, типа, и верхний камушек упал... А он его починил, короче говоря. Починил эту пирамиду. Сказать, внес в свою лепту в дело древних. Или не древних дел. Так. Ладненько. Давайте мы тут остановимся. И в следующей серии двинемся дальше. Уже подумаем, куда нам двигать. В общем, ну ничего, так игра в целом. Довольно интересная. Как симулятор скалолаза. Вот, ладненько. До встречи в новой серии. С вами был Джеймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новой серии. Пока.